Здравствуйте, в эфире телеканала «Север», программа «Актуальное интервью», в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Свиридова. Лариса Викторовна, здравствуйте. Добрый день, Люба. Здравствуйте, телезрители. Рада видеть вас в студии. Лариса Викторовна, знаю, что в этом году вы приняли участие в ряде серьезных мероприятий в Москве. Вот одно из самых важных – это встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вот расскажите подробнее о нем, какие проблемы обсуждались. Да, действительно, у нас этот год завершился довольно на высокой ноте. И мы встретились с президентом страны Владимиром Путиным. И, конечно, вся инициатива принадлежит Татьяне Николаевне Москальковой. 85 уполномоченных получили возможность задать актуальные вопросы для жителей регионов главе государства. Какие-то самые основные можете выделять? Да, конечно, мы понимаем, что мы живем в очень непростое время, когда, например, право на жизнь, право на безопасность, но в то же время и право на финансовую безопасность приобретают все большие масштабы. И если на сегодняшний момент мы благодарили президента страны за защиту прав граждан и жителей регионов именно от микрофинансовых организаций, которые под единственное жилье брали в залог единственное жилье и выдавали кредиты. Сейчас, на сегодняшний момент, эта тема отрегулирована, и появился запрет законодательный выдавать микрофинансовые кредиты под единственное жилье. Кроме того, мы также поблагодарили за ипотечные каникулы, когда у многодетных семей, у одиноких граждан, да, то есть единственное жилье приобретено в ипотеку, но при первом же неплатеже возникали ситуации, когда их банки просили выселиться из этого жилья, и под исполнение судебного решения, собственно говоря, семья оставалась без жилья. Но схемы мошеннические, к сожалению, сейчас совершенствуются, и мы столкнулись с проблемой в регионах. Эту проблему озвучила Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, именно о появлении потребительских кооперативов, которые под 16-20% годовых обещают выгодные вклады жителям, ну и, соответственно, собирая деньги, потом объявляют о своем банкротстве. Вот. Эта проблема актуальна для больших регионов. В нашем регионе мы на сегодняшний момент с такой ситуацией не сталкивались, обращения к нам, слава богу, не поступали. Кроме этого, обозначен был ряд проблем, связанных с размером минимальной оплаты труда, когда сейчас размер минимальной оплаты труда привязан к минимальной заработной оплате. И когда гражданин получает выплаты у работодателя, взимается 30% подоходного налога. По сути дела, единственный источник дохода уменьшается на 13%, и гражданин уже уходит, скажем так, в ту стадию, когда его доход меньше даже прожиточного минимума. Мы попросили президента страны решить эту ситуацию, чтобы эти два понятия развести и чтобы такая жизненно необходимая сумма не облагалась налогом. Кроме того, задан был вопрос по материнскому капиталу, что немаловажно для нашего региона, когда многодетная семья или другая семья, которая имеет право на материнский капитал, делает первоначальный взнос, но размера недостаточно для того, чтобы покрыть вот сам размер первоначального взноса, и от этого зависят проценты ежемесячные, которые потом семья погашает. К чему это приводит? К тому, что семья не выплачивает кредит, или, опять-таки же, мы приходим к системе, когда банк начинает иск в отношении семьи, и в итоге семья и без материнского капитала остается, и без приобретенного жилья. Вот эту тему мы тоже попросили и предложили, сделали конкретное предложение, как совместно прорешать и как найти выход из этой ситуации. Ну и плюс материнский капитал мы попросили по обращению многодетных семей, которые воспитывают детей-инвалидов, направить на то, чтобы могли оказать им высокотехнологичную операцию за счет материнского капитала. Кроме того, обозначили тему возмещения вреда потерпевшим в уголовно-процессуальном праве. Статус потерпевшего определить, конечно, и на сегодняшний момент все, что связано с тем, чтобы защитить вообще гражданина и предоставить ему право на защиту в административном и уголовно-процессуальном праве, мы также обсуждали с президентом. Ну и самый для нас значимый вопрос, конечно, мы задали, это урегулирование инструментария уполномоченных, потому что в каждом субъекте есть свой закон,
И уполномоченный, как правило, там наделен, ну, скажем так, некоторыми инструментами, которые разнятся с другими субъектами. А граждане, конечно, и жители регионов понимают и изучают практику, тоже обращают внимание, чем занимается уполномоченный, когда к нам идет какое-либо обращение, но мы не наделены правом в рамках, да, регионального закона. У нас, конечно, возникают сложности, причем у каждого уполномоченного свои материально-технические обеспечения. Конечно, этот вопрос мы обозначили президенту страны для того, чтобы, наверное, унифицировать и принять федеральный закон об обеспечении деятельности уполномоченных. А проблемы, характерные только для северных регионов, прозвучали на встрече? Я хочу сказать, что весь объем информации, которая поступила из всех субъектов, от уполномоченных, да, на основании обращения граждан, мы аккумулировали, и накануне встречи мы провели свои малые координационные советы по федеральным округам и объединили вопросы в наиболее актуальные. Поэтому весь перечень вопросов, конечно, он будет направлен президенту. Мы выбрали только на встрече те самые актуальные, которые касаются вообще всей страны. Со своей стороны мы обозначили проблему от Северо-Западного федерального округа, от Арктики в частности. Все, что касается кадров, да, то есть мы понимаем, что на сегодняшний момент у нас существуют программы государственной поддержки молодых и перспективных кадров, и медиков, и педагогов, и в то же время пилотов гражданской авиации. Но, к сожалению, имея программы мощные и по обеспечению жилья, и зарплате, и мы подтягиваем свою технологичную базу, да, высокотехнологичную базу, к сожалению, не так просто получить сюда перспективных специалистов. Поэтому на сегодняшний момент в первую очередь, о чем мы задали вопрос. Северные регионы, богатые регионы, но нам нужны молодые профессионалы, которые могут здесь отработать определенное время, а дальше могут после отработки уже уехать в другой регион, который, скажем так, им ближе, или на родину вернуться. То есть мы хотели, предложили вернуть систему государственного распределения, как было раньше, в старое доброе время. Да. Да, и, собственно говоря, да, нет ничего нового, чем хорошо забытое старое. Ведь из глубинки, сельской, да, допустим, если мы берем среднюю полосу России, студент, у него две проблемы. Да, то есть это на сегодняшний момент получить стаж, опыт работы, и в то же время поправить свое материальное положение. Но при этом уникальный интеллект и уникальные возможности он может применить в северном регионе. И, собственно говоря, здесь при оплате аренды жилья, при хорошей заработной оплате, а может быть, здесь и судьба сложится. Ну, в общем-то говоря, у человека начнется другая перспективная жизнь, другая судьба. Конечно. Координационный совет вот с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, это тоже в рамках встречи с президентом проходило, или это было какое-то другое мероприятие? Ну, мы понимаем, что как раз вот неделя, которая начиналась с Международного дня защиты прав человека, да, то есть она началась именно встречи с президентом, а дальше у нас был свой координационный совет, который проводится под эгидой Татьяны Николаевны Москальковой, и на обсуждение важных вопросов на равной площадке обсуждается та тема, которая избирается уполномоченным по правам человека. В этот раз у нас была обозначена тема под завершение года. Это защита прав потерпевших в административном и уголовно-процессуальном процессе. Поэтому все 85 субъектов уполномоченные собрались для того, чтобы обсудить за последнее время в наш адрес, в адрес каждого уполномоченного достаточно большое количество поступило обращений. То есть для нас тоже эта тема актуальна? Конечно, да? Да, потому что вот она у нас стоит на пятом месте. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас 255 обращений, и вот пятое место у нас занимает по количеству обращений эта тема защиты прав именно гражданина, именно жителя Ленинского автономного округа в административном и уголовно-процессуальном праве. А пример какой-то можете привести? Ну, я хочу сказать о том, что у нас регион совершенно небольшой, и мы понимаем о том, что на 21 федерального судьи у нас действует около 8 адвокатов. Мы понимаем о том, что существует рейтинг, и люди прекрасно делятся с друг другом, какие адвокаты, скажем так, наиболее могут представлять качественно интересы, да, и, например, скажем, более удачная практика у этого адвоката. Конечно, люди делятся между собой, но нагрузка на одного адвоката возрастает настолько, что мы не можем остановить само судопроизводство, да, потому что там есть сроки, их надо жестко выполнять, но при этом люди поставлены в такую ситуацию, когда доступность, да, на адвокатскую помощь, она, скажем так, ограничена. Вот. И люди понимают,
с учетом того, что от качества представления их интересов зависит и исход дела. Зачастую практика сейчас с чем связана, что приглашают из-за пределов Ненецкого автономного округа, да, адвокатов. И это Москва, это Санкт-Петербург, это Архангельск. И на сегодняшний момент, когда к нам приходят за разъяснением в этом направлении, да, то есть в административном и уголовно-правовом процессе, мы, конечно, и сами даем консультацию, отправляем в правоохранительные органы и работаем напрямую с прокуратурой Ненецкого автономного округа. Но бывает такая ситуация, когда от того, что человеку объясняешь его права сразу непосредственно, да, в этом направлении, у него меняется все. То есть прорабатываешь с, допустим, полицией, да, Ненецкого автономного округа, и разъясняешь суть ситуации, или при посещении ИВС, например, да, то есть у нас, если есть обращение, мы также проверяем там условия содержания. То есть при совместном взаимодействии ситуация меняется кардинально. Да, еще одно приятное событие, которое произошло в рамках встречи, это вот открытие Дома прав человека. Новое здание. Вот расскажите о впечатлениях. Что оно собой представляет? Я хочу сказать, что впечатления самые наилучшие, потому что это здание, история его строительства насчитывает 19 лет, и Татьяна Николаевна сделала, по сути дела, с командой огромных единомышленников серьезную работу, когда сейчас у каждого уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и субъекта мы понимаем то, что у нас есть свой дом, когда мы приезжаем. Это огромное, красивое здание, современное, оснащенное по последнему слову техники. И там есть возможность в одном месте здесь и сейчас решать проблемы. И я понимаю, насколько это очень значимо для аппарата Татьяны Николаевны, потому что есть такое место, где в одном, еще раз говорю, здании можно решать все дела, принимать любые решения и, собственно говоря, обеспечивать и методически, и координировать работу субъектовых уполномоченных. То есть у нас сейчас есть место там, которое называется «Наш дом». И не только Дом прав человека, но и Дом всех уполномоченных. Это здорово, это радует. Да. Да. Вот одним из основных направлений работы уполномоченного является взаимодействие с другими, да, омбудсменами. Расскажите, как происходит это взаимодействие? Ведь люди уезжают работать, учиться, да, и лечиться, вот, и возникают какие-то проблемы. Как с этим у нас обстоят дела? Да, с момента того, как я вступила в должность, сегодня у нас 23 декабря, 3 года назад, 22 декабря, я приступила к своим обязанностям. Хочу сказать, что мы стали выстраивать систему межрегионального взаимодействия. Для округа это очень актуальный вопрос в связи с тем, что действительно мы очень много путешествуем, и когда мы переезжаем, и когда мы решаем свои вопросы за пределами, у нас возникают, конечно, разные ситуации. За то время, когда мы сначала все-таки взаимодействовали по частным случаям с уполномоченным по правам человека, сейчас мы уже перешли на такое взаимодействие, как выработка предложений на больших статусных площадках, которые именно представляют интерес округа, но поддерживаются уже другими регионами. Мы понимаем о том, что по численности мы небольшой субъект. И, собственно говоря, для того, чтобы решить какой-то наш вопрос, очень значимый и важный, который требует федерального изменения законодательства или понимания ситуации, конечно, нам эту проблему необходимо объяснять нашим коллегам в других регионах. И вот за то время, когда я стала работать, мы ушли, скажем так, от тех жалоб, или только от тех жалоб, когда нужно восстановить, например, студента в ВУЗе, да, когда его числяют, и нам в этом помогает наш коллега, да, омбудсмен другого региона. Или, например, у нас были случаи, когда умирает житель нашего округа, и он совершенно одинокий, и некому предать его тело земле. Мы обращались к уполномоченному, как раз люди, команда уполномоченного, и сам уполномоченный принимал непосредственное участие и решал этот вопрос. Когда оставались дети у этого человека совершенно в одиночестве, да, то есть мы решали с близкими родственниками в определении дальнейшей судьбы этого ребенка. Кроме того, иногда бывали, дорожно-транспортные ситуации, при которых граждане не могли доказать свою позицию, что они невиновны. Мы также подключали сюда омбудсменов, когда с правоохранительными органами того региона, в котором это произошло, да, то есть мы защищали права. Бывали случаи, когда не оказывали или отказывались оказывать медицинскую помощь в дороге нашим жителям. Мы также решали, в 24 часа эту проблему совместно с органами власти того региона, где человек в данном случае находился. Кроме того, из глобальных проблем, если взять это посещение мною Дальнего Востока, когда мы выезжали во Владивосток и решали как раз проблему
региональных операторов, да, то есть наболевшая проблема, о которой президент говорил на журналистской конференции, когда действительно в советское время такой отрасли не было создано, сейчас мы ее создаем с нуля, и она вызывает массу-массу обсуждений. Так вот, для того, чтобы северный или арктический интерес учитывался, как раз мы с коллегами и на Дальнем Востоке обсуждали ситуацию, чтобы был индивидуальный подход к выборе регионального оператора. Это касается, как я всегда подчеркиваю, и других сфер. В первую очередь, это применение 44-го закона, когда мы на удаленном расстоянии, скажем, выбираем себе надолго подрядчика, исполнителя, строительства, жилья, оказания каких-нибудь услуг, но это всего касается. Да? То есть, с одной стороны, мы понимаем, как распределяются финансовые потоки, а с другой стороны, мы имеем дело с нечистоплотными людьми или непрофессионалами, конечно, которые не понимают, как работать в арктических условиях. И для всего для этого, и по 44-му закону мы тоже отрабатываем с коллегами. Но еще одна проблема, да, актуальная для жителей нашего региона. Когда мы приезжаем лечиться, да, на лечение или на операцию, я уже неоднократно слышала, он приезжает, а говорят, приходите там через 2 дня, через 3, через 4, да, и возможностей, и средств нет у этого человека, и непонятно, будут тебя обследовать и будут тебя оперировать, и теряется время, и средства. Вот как с этим обстоят дела? Ну, на сегодняшний момент у нас все это систематизировано. Другой вопрос, что у нас мы не можем в рамках законодательства текущего, да, то есть решить вопросы по проживанию. В основном, конечно, мы надеемся на то, чтобы человек определили в стационар. И действительно, уровень высокотехнологичной операции или медицинской помощи, да, то есть он для региона недоступен в рамках федерального законодательства. Мы можем отправить, мы можем оказать помощь гражданину, вернее, жителю, да, но на сегодняшний момент дальше человек должен либо лечь в стационар и там получить помощь, и потом вернуться и продолжить здесь получать помощь и уже адаптацию, и дальнейшие медицинские процедуры у нас здесь. Поэтому вот в этот год мы не провели большую межрегиональную конференцию, но мы замахнулись на международную конференцию с участием уже омбудсменов из ближнего зарубежья. И как раз для того, чтобы обозначить вопрос, тот, который связан с высокотехнологичной помощью. В чем у нас здесь проблема? Мы понимаем, что по федеральным стандартам и нормативам человек, еще раз повторюсь, получает помощь за пределами региона. И когда он сюда возвращается, и те же онкобольные, они должны и помпы, и иглы, конечно, применять те, которые необходимы для, скажем так, в данном случае для заболевания человека. Сейчас, на сегодняшний момент, нам придется менять и вырабатывать предложения и со своей площадки, с точки зрения защиты прав человека, делать так, чтобы нас федеральные органы исполнительной власти, в частности, Министерство здравоохранения, услышали и приняли эту проблему. Мы будем обращаться к Татьяне Николаевне Москальковой, которая, надеюсь, приедет к нам на международную конференцию. И в резолюции мы отразим эти все вопросы. Кроме того, у нас ведь еще и не только вот эта проблема, да, когда человек должен приехать и в большом медицинском центре получить так услугу, чтобы ему было и комфортно, и, собственно говоря, он чувствовал о себе заботу. Но у нас еще и в регионе немало проблем, когда на местах, в ФАПах, в сельских ФАПах, у нас нет взаимозаменяемости фельдшеров. Конечно, за счет региона мы можем это сделать, но бюджет так устроен о том, что если мы, то есть настолько так устроен, что он должен быть сбалансированным. Если мы в одном месте взяли, то понятно, что в другом месте нам нужно отнять. И на сегодняшний момент при конъюнктурной составляющей все-таки углеводородов, да, то есть мы не можем перспективно говорить о том, что вот сегодня мы будем в бюджете иметь вот такую сумму, которая бы нам позволила всех недостающих специалистов оплачивать из регионального бюджета. Поэтому на сегодняшний момент мы с Александром Витальевичем говорили о том, что со своей площадки я буду стараться максимально продвинуть вопрос взаимозаменяемости наших сельских медиков. Это первое. Второе, высокотехнологичная помощь, как мы с вами поговорили, да, чтобы у нас была возможность за счет федеральных средств совместно с департаментом здравоохранения участвовать в программах. Да, пусть мы будем пилоты и в рамках модернизации здравоохранения первичного звена. То есть мы тоже это можем сделать. Ну и самое главное, это взаимозаменяемость узких специалистов. Это для нас, конечно, проблема, потому что мы понимаем, что многие ставки специалистов рассчитываются из 0,25 на 100 тысяч населения. Для нас эти два показателя, они, собственно говоря, ставят неразрешимую проблему. И 100 тысяч населения, с одной стороны, и, скажем так, 0,25 ставки, это тоже не решение проблемы. Конечно. Это узкая направленность онколога, уролога и всех других специалистов, которые нам просто необходимы, но и также детские специалисты.
Считанные дни остаются до Нового года. Давайте подведем итоги. Сколько всего обращений поступило к вам? Какие проблемы решили? Знаете, у нас сейчас недавно была конференция в Санкт-Петербурге, когда мы встречались с всеми северо-западными уполномоченными. И наши коллеги зарубежные говорили о том, что вот очень важно учитывать статистику обращений. И назывались огромные цифры, когда к уполномоченному обращаются даже не в тысячах, а в десятках тысяч людей. И когда мне предоставили слово, я, конечно, сказала о том, что я веду обратный отчет. И я всегда говорю о том, что если мы все-таки делаем акцент не на то, сколько к нам обратилось, а на то, сколько мы решили. Вот. Если говоря конкретно о статистике, это 255 обращений. Мы всегда за 3 года, за 10 лет, да, то есть если смотреть, мы за пределы 400 обращений не выходили. Потому что здесь всегда, я говорю рамочно, мы имеем две проблемы. Если мы говорим о том, что к нам поступает больше определенного количества обращений, тогда мы понимаем, что мы не работаем над системными ошибками. То есть мы каждый раз проходим одни и те же проблемы, одни и те же ошибки, и нужно изучать и смотреть, где у нас еще недоработан диалог между гражданином и органами власти. Потому что мы помним о том, что все-таки омбудсмен – это защитник прав человека в первую очередь перед лицом государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Но и в то же время мы понимаем о том, что низкий уровень обращений, мы понимаем о том, что либо нет информации о работе института, либо мы понимаем, что идет речь о доверии. То есть мы соблюдаем рамочно, не наращиваем и не форсируем события, но мы работаем системно, и за каждой жалобой мы стараемся изучать ситуацию, насколько она может быть системной. И радуемся, когда у нас целое направление проблемное уходит. За каждым обращением стоит судьба человека. Вот можете сейчас вспомнить вот какую-то историю такую, да, проблему, которую удалось решить и как-то повлиять на положительный На сегодняшний момент вот у нас была такая жалоба, когда к нам пришел значит, человек, который из числа лиц, которые значит, лишены родительского попечения. То есть это, собственно говоря, ребенок-сирота поступила в ВУЗ и разуверилась в том, какое направление она выбрала. То есть ну, перестала нравиться специальность. И человек прекратил обучение, но при этом на первом курсе прошел значит, работу, был трудоустроен в студенческий отряд, и в трудовой книжке была отмечена в графе трудоустройства отмечен был период, что человек отработал. В итоге, когда человек прекратил обучение, вернулась в округ сюда и обратилась в центр занятости. Центр занятости правомерно, законно отказал, но несправедливо в получении выплат, которые дети-сироты имеют право или лица из числа детей-сирот имеют право получать в течение полугода, пока они не трудоустроились. Значит, мы изучили практику, проработали с как раз заявителем, ну и в судебном порядке восстановили права. На сегодняшний момент мы изучили эту практику и пришли к выводу о том, что нам нужно обязательно поменять порядок выплат для детей-сирот вот в данном случае, при такой ситуации, и исключить такую возможность, чтобы ребенок-сирота, уже взрослый, да, не ходил в суд и не доказывал свои права вот в данной ситуации. Потому что мы понимаем, что почему в ВУЗе она была трудоустроена, потому что мы сейчас все органы власти и все образовательные учреждения, независимо от формы, ориентируем молодежь на трудоустройство. На то, чтобы каждый раз человек был занят и смог получить дополнительную при этом материальную поддержку, помощь, да, зарплату. Это вызывает уважение. Но при этом система на сегодняшний момент где-то отстает. И вот как раз вот эти погрешности, они вызывают у людей социальную несправедливость, огорчение, ну и, собственно говоря, много негативных эмоций. Мы рады о том, что человек обратился к нам, мы смогли ему помочь, и эту практику, когда учтем, устраним этот пробел. Чаще всего с какими еще проблемами обращаются? Чаще всего это, конечно, социальные. Социальное, все, что связано с выплатами, с разъяснением порядка. То есть человек на сегодняшний момент нас воспринимает как систему одного окна. Мы не подменяем собой многофункциональный центр, не подменяем собой органы социальной защиты, но при живом механизме, когда у нас идет изменение нормативной базы, изменение законодательства,
причем еще иногда бывает и размещение меняется, да, то есть учреждений социальных органов, и компетенция их меняется. Понятно, что мы позиционируем свою открытость и ждем любого гражданина для того, чтобы объяснить, нам это несложно совершенно, мы для этого созданы. Куда обратиться за защитой своих прав. Очень насыщенный у вас был год. Какие перспективы наметили на следующие? Ну, вот, это, как всегда, в первую очередь выстраивать человеческий диалог между органами власти и любым жителем округа. Обязательно оказание помощи, та, которая направлена на правовое просвещение, потому что, еще раз говорю о том, что на сегодня настолько совершенствуется и изменяется мир, что округ при всем его благополучии, он часть мира, и мы стараемся все такие ситуации, которые изучаем ситуации в других регионах, и делать так, чтобы человек у нас максимально был информирован. И ждем на сегодняшний момент решения, конечно, о том, будет ли у нас международная конференция. Мы все для этого делаем, потому что, еще раз говорю, задачи обозначены, нужно их решать. Конечно же, в марте мы будем представлять доклад ежегодный по результатам нашей деятельности или о той ситуации, которая у нас складывалась за 2019 год, с соблюдением прав человека и гражданина. И, конечно, у нас есть несколько амбициозных целей, когда мы хотим выйти на экспертную площадку как раз по соблюдению прав человека именно в Арктике. Понятно, что мы зашли в этот год именно на экспертную площадку по соблюдению коренных малочисленных прав. И мы на сегодняшний момент позиционируем себя и будем продолжать наш федеральный проект — это Арктическая школа права. Вот, потому что мы вошли в федеральный, и для своей молодежи мы, конечно, стараемся максимально приглашать сюда экспертов и максимально оправдывать их ожидания в тех темах. Сколько сейчас молодежи состоит в Арктической? Я хочу сказать, что у нас всегда плавающий состав, но около 70. Потому что одни люди заканчивают обучение, но они продолжают с нами все равно по жизни общаться. А возраст какой? От скольки до скольки принимаете в школу? Мы определили возраст с 14 и до 35 лет, или можно даже старше. Вот. Всех остальных мы перевели либо в статус общественных представителей, помощников, да, когда мы не заканчиваем все-таки общение и стараемся не терять свой актив. Вот. Ну и самое главное, конечно, стараемся сейчас выйти на село, потому что в режиме видеоконференц-связи мы хотим сделать так, чтобы сельская молодежь тоже имела возможность обучаться в нашей школе. Лариса Викторовна, вам часто обращаются люди со своими проблемами, да? Наверняка каждую судьбу как-то переживаешь. Вот откуда берете силы, где черпаете вдохновение и как вообще восстанавливаетесь? Я хочу сказать, что, глядя на федерального уполномоченного, мы понимаем, что там идет работа в цейтноте, режим 24/7, и мы к этому уже привыкли. И вдохновение мы в первую очередь черпаем от, наверное, правильно завершенных дел. Правильно завершенное дело – это когда действительно мы изменили судьбу человека, и он как раз получил от нас помощь, и мы сделали так при помощи огромной команды, когда его жизнь изменилась в лучшую сторону. Если не было жилья или стоит вопрос о том, что это жилье должно изъято, жилье сохранено. Если какая-то социальная выплата не выплачена, а иногда это бывает сразу все в одном обращении, 5 разных направлений, 5 одинаковых вопросов. Человек откладывал, не решал, потом так судьба сложилась, к нам пришел. Эта выплата выплачена. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, решаем со здоровьем. То есть наша цель, и мы получаем вдохновение только от того, когда мы прорешали все сложные ситуации, и человек с хорошей такой улыбкой, с добрым настроем ушел от нас сначала, а потом еще раз пришел и даже не сказать спасибо, а просто заглянуть и поделиться своей жизнью. Скоро главный праздник года, я вас не могу отпустить без поздравления, пожалуйста. Можете прямо сейчас обратиться к жителям нашего региона и поздравить. Пожелание всегда только одно. Берегите в себе человека и верьте в добро. Спасибо большое, Лариса Викторовна, что пришли сегодня к нам в студию. Мы уже встретимся в следующем году. Вам удачи и счастья. Благодарю вас. И вам вдохновение. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Свиридова. Встретимся в эфире.